За минувший год более 3000 молодых мам, родивших первенца в возрасте до 24 лет, получили пособие. Размер единовременной выплаты увеличен до 55 488 рублей. Для получения пособия необходимо соблюсти ряд требований. Первое основное – возраст матери, не старше 24 лет. Кроме того, помимо свидетельства о рождении, обязательно предоставление документов, подтверждающих наличие регистрации на территории Волгоградской области и российского гражданства. Подать заявление можно в течение полугода с момента рождения ребенка. Напомним, единовременную выплату молодым матерям на рождение первого ребенка внедрили по инициативе главы региона в 2017 году. На тот момент сумма пособия составляла 25 тысяч рублей. Увеличить размер выплаты и поднять возрастной порог было решено в 2019 году.